Всем привет! Сегодня я, Светлана и Евгений, мой приятель, едем на пострелушки. Надеюсь, мы не будем терять стрелы. Хотелось бы на дичь, но дичь только в гипермаркете у нас. А где лось-то? Пойдемте вон того лося. Вот такое небо сегодня. Блядь, просто прижат. Жень, повторяю, техника безопасности. Руки сюда не кладем. Только за ручку. Только за ручку. Прицеливайся, близко глаз не надо. Готов? О, молодец. Прицел не вел, вел. Боялся прыгать. Что мимо будет? Я сижу. Повезло. Так, вынимаем. Вот настолько она ходит. Так, давай теперь подальше. Не на 20 метров. На 25 слабо. Итак, 25 метров. Очень сильный ветер. Слышим. Попал. Вообще отличный арбалет. Смотри, ветер сильный, ловишь, чтобы нет. Не качало. Да, потому что уйдет далеко. Пускай стрелу. Ветер очень сильный. Воск. Где что у нас? Ты не швейная машинка. Хочешь, губы намажу. Это же полезно. А, вот что. Трется, понимаешь. Штука такая появилась.
это воск. Сейчас. Погоди, стрелять тут. Таким неудобно. Смотри, как в траве они выглядят. Как они выглядят? Очень плохо они выглядят в траве. Очень хорошо теряются они в траве. На вдохе как-то так. У тебя 4 бутонтурные сейчас. Придам, придам. Пятерочки. А я у тебя в правый угол крайний. Ага. Выбываю. Правый угол. А ты на сюда, да? Маленько сюда. Маленько хватит. Да, вот нормально. Красивше. Хочет. Что делать, Саша? Целовать. Все, Саша. Охотник, улыбайся, глядел. Да. Классная ходка какая. Давай. Угу. Что там? Все твое, покажи как. Смотри, сюда спорки. Так, присядь, присядь. Так, готов? Каждый охотник желает знать. Иди, иди. Улыбка. Как присядь, же, Жень. Как же без улыбки? Присядь, разверни арбалет. Ну как, разверни его. Позиция, что ли? Гляди, крышка не отскочил. Ну, на, давай, посмотри, как мишень принесу. Одна, что ли? Запираешь? Бесполезно. Бесполезно. Я его зачеплять не буду, он будет сохнуть дома вот так. Все. Как говорит погода? Погода. Замечательно. А у тебя, Света, как погода? Отличное настроение. Несмотря на дождик. Несмотря на дождик. Я уже на. Но все равно успели пострелять. Как украли. Да. Лишь бы без последствий для техники. Итак, мы съездили, постреляли, получили удовольствие, море позитива. Дождик немножко нас застал, чуть-чуть, конечно. Вот, уехали мы пораньше. Но все стрелы целы. Вернулись. Да, ни одной не потеряли. Все нашлись. Кое-кто не будем показывать пальцем. Да, не надо. Попытался потерять. Не надо пальцем показывать. Попытался потерять, но благо нашли нормально. Светлана глазастая, увидела стрелу.
Вот. Ну что, пойду монтировать видео. Всем пока, с вами был Миша Голд, Евгений Сильвер и Светлана Голд. Всем пока. Пока. До встречи.